хворостянке хожу в автобус. Шофер обелечивает пассажиров. Обращаюсь к нему с вопросом: почему хохлакам не сделал остановки? Стоит, молчит, повторяю вопрос: почему хохлак не сделал остановки? Он что-то промямлил про асфальт. Да кабы доехали. Недолго думая, делаю наклон, туловище вперед, сосредоточиваю всю свою силёнку в правом кулаке и по метану бокса влепляю в левое жену. Не подумайте, что я был пьян. Мне 67 лет, и в то утро я еще не завтракал. Пенсионер.